Всем привет! Сегодня вновь хочу рассказать о продукции компании НПО СМЕРШ. Я уже снимал обзор на продукцию данной компании, можно посмотреть где-нибудь вот здесь, а также с продукцией СМЕРШа я снимал все свои ролики про установку растяжек. Их там уже накопилось 5 штук, тоже можете посмотреть где-нибудь вот здесь, если вам это интересно. Сегодня расскажу о новом продукте, который вот-вот выходит на рынок, и думаю, он тоже будет вам интересен. Поехали! Перед началом данного видео хотелось бы немножко обратиться к исторической справке. Для обучения личного состава, будь то военнослужащие, там солдаты, курсанты, не знаю, юнармия, сотрудники силовых структур, используются три типа учебных гранат. Это разрезные гранаты, выглядят они следующим образом. Учебно-тренировочные гранаты, ну по типу вот таких, ну грубо говоря, полноценный макет гранаты, который мы можем собрать, разобрать, в том числе УЗ РГМ. И учебно-имитационные гранаты. Это те самые гранаты, которые мы с вами метали на учебных местах, когда мы служили в армии. Все как в боевой, прикручивается запал, собирается граната, метаем, через 3-4 секунды происходит взрыв. На корпусе гранаты, внизу, да, на донце, есть отверстие, через которое выходит вся энергия взрыва. Корпус гранаты остается целым. Достать такие гранаты в обычной жизни, ну, практически невозможно. Ну, гранаты, если может быть, еще и возможно, то запалы к ним нет. Сегодня, благодаря компании СМЕРШ, это стало возможно. Грубо говоря, мы получаем гражданскую версию учебных гранат УРГ и УРГН. Давайте посмотрим, что же в этой коробке. Сразу хочу сказать, что это картонный ящик, а не деревянный. Потому что кто-то в комментариях видел в компанию СМЕРШ, писал, типа, почему вы мне прислали картон, если на фотографиях у вас дерево. Нет, это на самом деле картон. Дерево здесь просто реплицировано. Внутри. Нас с вами ждет сертификат соответствия, из которого мы с вами понимаем, что это изделие бытового назначения. В общем, кому интересно, можете поставить на паузу, попробовать все это дело прочитать. А также нас с вами здесь ждет два вот таких вот изделия. Граната РГД-5 с отверстием внизу. И граната F1, также с отверстием внизу. И там есть та или иная пробка, которую мы с вами выкручиваем для того, чтобы освободить место для УЗРГМ. В данной коробке есть и УЗРГМ, они у нас с вами одноразовые, при этом корпус гранаты остается целым и никуда не девается. Грубо говоря, корпус у нас многоразовый. Давайте сразу попробуем взвесим гранаты. Я напомню, что граната РГД-5 весит 310 грамм,
F1-600. Берем гранату. +292 плюс УЗРГМ 318. Ну, так и есть. С РГД-5 попали. F1. F1 500. Ну, около дела. Собираются данные гранаты. Ну, как и боевые. Берем гранату и аккуратно накручиваем, без каких-либо усилий. Не пытаемся там что-то сломать, через силу как-то накрутить. Аккуратно накручиваем. Все. Граната наша с вами готова к бою. После того, как произойдет взрыв, да, вся энергия уйдет через отверстие на донце гранаты. Повторюсь, корпус гранаты остается целым. Ничего у нас с вами не разрывается. Все остается у нас пригодное для повторного использования. Как и в страйкбольной версии, да, у нас, видим, все УЗРГМ упакованы отдельно. Ну, в страйкбольных они еще в банках, но здесь, если размещать еще и банки, то это было бы совсем немного УЗРГМов в комплекте, да, поэтому они упакованы вот каждый в такую отдельную бумажную упаковку. Что-то не могу, короче, открутить пробку, не хватает прям сил. Давайте попробуем собрать и F1 тоже. Короче, как-то жестко совсем закручено. Ну ладно. О. То же самое, да? Без всяких там надрывов, просто аккуратненько берем и закручиваем. Все, граната F1 также готова к бою, можем использовать. Ну и давайте посмотрим, как взрываются данные гранаты. А взрыв, я вам скажу, будь здоров. Вот такое вот сегодня получилось видео. На мой взгляд, данные гранаты имеют право на существование и отлично подойдут для обучения личного состава в тех или иных учебных центрах. За счет своего веса, да, напомню, гранаты тяжелые, их можно удачно метать на большие дистанции. Ну, по сравнению там, со страйкбольными легкими гранатами. По стоимости и наличию данных гранат, да, как самих там корпусов, так и УЗРГМов, к сожалению, я вам пока ничего подсказать не могу, потому что информации такой у меня нет. Если в процессе монтажа этого видео я у производителя узнаю, выложу информацию где-нибудь вот здесь. Если же такую информацию у меня узнать не получится, предлагаю вам атаковать личные сообщения группы НПО СМЕРШ с вопросами, как купить, когда купить и сколько это стоит. Сам я гранаты эти метать на дальность сегодня не буду, потому что снега у нас
будь здоров, там в некоторых местах аж по пояс. И я просто-напросто боюсь потерять такую гранату, потому что под снег она уйдет очень и очень легко. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на Boosty. На Boosty выходят отдельные уникальные выпуски, которые не выходят в общий доступ на YouTube. Еще раз всем спасибо. Всем пока.